Доброе утро, ребята! Ой, кар-кар-кар! Ой, доброе утро, друзья! Сережа, срочно, срочно выручай меня! Каркуша, что случилось? И что это за картинки у тебя? Да это не картинки, это эскизы. Ведь я поступаю в школу модельеров, а там серьезный конкурс. Надо нарисовать несколько дизайнерских нарядов. Ну а что, мне кажется, ты очень красиво все нарисовала. Да уж, два нарисовала, а вот на третьей фантазии не хватило. Эх, наверное, никакой я не дизайнер. Нет-нет-нет, Каркуша, ни в коем случае не расстраивайся. Ты лучше скажи мне, во сколько вступительный экзамен? После нашего урока. Так, после урока. Тогда мы все успеем. У меня уже есть идея. Ты куда, Сережа? Маркеры всегда на столе. Маркеры нам тоже пригодятся, Каркуша. А еще я хочу взять вот что? Это. Вот это, вот это. Так, нет, машинка не пригодится. Хорошо, что, ну что за идея? Ну, Сережа, ну рассказывай скорее. Каркуша, у тебя будет не просто эскиз. Это будет эскиз-аппликация. Запоминай, что нам понадобится. Красивая салфетка из ткани. Вот такие нитки. Отлично. Бантик. Клей-пистолет и ножницы. Вот, собственно, и все. Сережа, ну приступай к работе, а то я опоздаю. Сперва, ребята, берем нашу салфетку и вот так ее собираем. Не по центру, чуть выше. Вот так. Да. Собрали. Вот такие красивые волны у нас получились. Теперь приклеиваем салфетку на эскиз. Ага. Капаем немного клея. Так. Угу, капнули. И вот сюда. Ножницами я прижимаю ткань, чтобы не обжечься. Здорово. Голову видно, руки тоже. Погоди, Сережа, наша салфетка — это платье? Именно. А как ты так быстро догадалась? Ну, я же будущий модельер. Ну, как тебе наше платье, будущий модельер? Ну, если честно, оно скучное и неоригинальное. Надо его как-то украсить. Ой, а приклей на талию наш бантик. Будет яркий акцент. Хорошо, мне нравится эта идея. Также наносим клей в середину бантика и приклеиваем вот сюда, верно, дизайнер? Да, мне нравится, но образ не закончен. Возьми вот эти нитки и сделай шикарные волосы для нашей модели. Отличная идея, Каркуша. Для этого отрезаем маленький кусочек нитки. Так. Завязываем его в центре бантиком. Понятно. Ну, точнее, не бантиком, а давай сделаем просто пару узелков. Так, стягиваем, перевернем и завяжем еще раз. Готово. Лишнее отрезаем. И далее капаем клей также на серединку к голове. Чуть-чуть клея. Так. И приклеиваем. Да, вот сюда. Ох, как я и говорила. Шикарная прическа у нашей модели получилась. Очень хорошая прическа, но у тебя лучше, Каркуша. Ну, конечно. Мне нравится наш результат, но я бы еще нарисовал лицо. Давай, маркеры у нас всегда под рукой. Берем и рисуем. Подбородок, брови, глаза, нос. Губы будут красными. Сережа, а сделай глаза зелеными. Мне кажется, они будут сочетаться с платьем. Давай попробуем. Ты же дизайнер. Да, получается неплохо. Но нам надо обвести маркером еще и руки. Руки мы тоже видим. А шею?
и шею. Ну что, готово? Готово. Сережа, это самый оригинальный эскиз, который я когда-либо видела. Спасибо. Не за что. Ну а на этом у нас все. Следите за выпусками мастерской. И мы подскажем вам еще много интересных идей для поделок и научных опытов. Не переключайтесь, кар-кар-кар.